Сегодня редакция газеты «Кременчугский телеграф» отмечает замечательный праздник – День журналиста. Ребята с «Дозора» организовывают нам игру-квест. Будет очень интересно, будет много заданий. Мы будем ездить по городу, разгадывать различные загадки, места, находить коды и вносить эти коды в наши мобильные телефоны. Будет очень весело, и я думаю, вы сейчас это все увидите. Азы журналістики, залог успеха побороть лень. It's a pleasure to meet you. I'd like to be your friend. It's a pleasure to meet you. I'd love to hold your hand. It's a pleasure to meet you. Какое задание для вас было самым сложным? Самое сложное для нашей команды было первое задание, которое называлось «Азы журналистики». Вот. И задание звучало «Надо было победить лень». Вот на этом задании у нас было куча-куча версий. Вот единственный момент, когда мы долго думали. Все остальное мы думали просто молниеносно. Когда мы уже думали, что завершили наше состязание, попрыгали, повизжали, посмеялись от радости, нам сказали, что это еще не все, что нужно еще придумать кричалку с ключевыми словами. Ключевые слова были такие: телеграф, журналист, дозор, Кременчуг. Наша кричалка была такой: журналистам не позор поиграть в Кременчуге в дозор.